Бензин може подешевшати, а скраплений газ навпаки подорожчати. Усе через нові акцизи на пальне. Депутати хочуть їх зрівняти, щоб не було преференцій для якогось одного виду. За це взялися, аби наростити власне виробництво та збільшити енергетичну незалежність від Росії і Білорусі. Бо якщо вони припинять до нас експорт газу, нам нічим буде його одразу замістити. Через таку ініціативу народних обранців вартість бензину знизиться приблизно на 2,5 гривні, а газу зросте десь на 2. Зараз вона менша саме завдяки акцизу. Нові акцизи запровадять у найближчі півроку, і власники машин одразу зменшать обсяги споживання газу, вважає співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Він розповів, яку різницю у цінах на пальне слід очікувати. Если в настоящее время ставка налога на сжиженный газ примерно в четверо ниже, чем ставка налога на бензин, то документам предполагается ввести единую ставку на уровне 139 евро за 1000 литров. Это приведет к некоторому подорожанию сжиженного газа до уровня примерно 15-16 гривен за литр и, по всей видимости, снижению цен на 95-й бензин от текущих уровней примерно до уровня 18-20 гривен за литр. Несомненно, решение непростое, однако, принимая его, даже понимая некую непопулярность такого решения, поскольку в нашем государстве множество людей переходило последовательно на сжиженный газ. Сжиженный газ за последние 10 лет примерно втрое увеличился в объеме потребления, если мы говорим об автомобильном сегменте. Однако при этом решение преследует некую социальную справедливость, поскольку не может быть такого, когда акциз на моторное топливо разнится в разы. Такой ситуации нет практически нигде. И на самом деле она привела к искривлению внутреннего рынка нефтепродуктов. Ті водії, які вже поставили газові установки, все одно не програють, переконаний експерт з енергетичних питань Сергій Куюн. Необходимость корректировки ставок акцизного сбора на моторное топливо настигла уже давно. Связано это с тем, что такой структуры потребления в треугольнике сжиженный газ, бензин и дизельное топливо нет ни в одной другой стране. Сжиженный газ занимает уже больше 33%, и в связи с тем, что мы не производим такое количество, мы вынуждены его импортировать, и, как правило, из России. Между тем, мы испытываем профицит бензина, который можем производить на наших нефтеперерабатывающих заводах, которые остаются сильно недозагружены. Поэтому что позволит? Мне кажется, что корректировка, которая предлагается, она позволит решить ряд задач и особо не затронет интересы, не ударит ни по кому из ключевых интересантов данного процесса. Потребители бензина получат более дешевый продукт, а потребители сжиженного газа все равно сохранят возможность экономить на заправке сжиженным газом. Он все равно останется значительно дешевле бензина, и поэтому вложения в ГБО, те, кто их сделал в свое время, они все равно будут по-прежнему рентабельными. Дизельное топливо остается без изменений, но поскольку бензин станет дешевле сжиженного газа, то в более отдаленной перспективе мы сможем затормозить и потребление дизельного топлива, которое мы тоже вынуждены на 85% импортировать. Як зміна цін вплине на споживання пального? Про це ми запитали і в працівників сфери послуг, які завжди в контакті з людьми. Тому по праву можуть називатися народними експертами. Ну, если будет бензин дешевле, то, естественно, доставки будут дешевле. И немножечко товар будет дешевле привозиться из Европы сюда к нам. Так что государство выиграет в том, что им больше налогов будет платить. Нехорошо, если будет акциз на бензин и на газ, ну, примерно одинаково. То есть это ненормально. То есть газ всегда был дешевле, он и должен оставаться дешевле. По чуть-чуть надо уравнивать, чтобы это было выгодно и государству, и людям. Но не резко. Государство будет производить больше своего бензина, но просто будет ли он качественный. Мы же движемся уже в Европу, и как уже у нас Норвегия выводит машины с двигателем внутреннего загара.